Всем привет! В этом видео я расскажу о таком удобном способе, как контроль версий, и мы будем использовать такой сайт, как GitHub. Начнем с того, что мы зарегистрируемся полностью с самого начала. Поэтапно я буду в каждом моменте рассказывать, где можно использовать свою предыдущую учетную запись, там, или если она у вас там существует, то тоже можно как бы, некоторые этапы будет пропускать. Ну, так как я хочу на своих видео, вообще на своем канале показывать все возможные варианты, ну, не то, что прям все возможные, а в основном те ошибки, с которыми можно столкнуться в момент разработки или там начала работы. Поэтому я сейчас зарегистрирую полностью все с нуля. Вот, и тем самым покажу, что может вообще в принципе происходить и с чем можно столкнуться. Так, ну начнем мы с нашего сайта. Первым делом мы зайдем на GitHub. GitHub. Сайт называется github.com. Вот, тут у нас это общедоступный, так сказать, open source, общедоступный репозиторий open source, ну и не только, есть тут еще и платные аккаунты, но в основном большинство людей используют его как бесплатное хранилище для того, чтобы, допустим, расположить свои репозитории и предоставить их будущему работодателю. Вот, чтобы показать свои навыки работы, и обычно люди здесь выкладывают в общий доступ какие-то свои наработки, проекты и так далее. То есть, и, ну или проекты, с которыми хотят поделиться с другими программистами. Вот, показать, может, свои какие-то уникальные наработки и так далее. Ну, тут сам сайт, как я и раньше сказал, он может быть платный, может быть бесплатный. То есть у вас есть три варианта разных типов учетных записей. Мы в данном видео будем использовать бесплатную версию. Есть у нее ряд определенных ограничений. Ну, как видим, одно из них у нас как бы у всех этих типов подписки есть два основных таких. Вот, приватные и публичные репозитории. Публичные это то, что доступны они всем. Вот, то есть любой пользователь GitHub может или в поиске, он может найти данный проект ваш, данный репозиторий и посмотреть, что в нем находится. И приватные репозитории. Приватный репозиторий это такой репозиторий, который доступен только по сути вам. Я точно не могу сказать, потому что я приватными репозиториями практически не пользовался. Вот, но насколько я осведомлен, там есть возможность подключать другие учетные записи для того, чтобы как бы работать в небольшой команде, там, из нескольких человек, там, вот, или просто делиться этим репозиторием для других. Вот. Следующее ограничение это у нас ограничение количества времени в месяц. Что имеется в виду? 2000 минут в месяц, это говорит о том, что если мы будем использовать наш репозиторий довольно-таки активно, то есть, допустим, отправлять в него измененную информацию, получать с него измененную информацию, то есть постоянно работать именно с этим сервером репозиториев. То есть не с самим кодом, как нашего проекта, а именно отправлять и получать разного рода измененную информацию с этого репозитория. И вот это время считается. Но я немножко здесь поэкспериментировал. В принципе, я не смог достичь данных ограничений. Поэтому будем предполагать, что если, допустим, в течение дня делать 3-4 коммита, вот, то на месяц это время никогда не будет достигнуто. Поэтому мы будем подразумевать, что у нас в какой-то момент может в момент отправки наших изменений на сервер произойти ошибка, говорящая о том, что было превышено время работы с данным репозиторием, ну, вообще с репозиториями вашими в этом месяце. Так, и еще одно ограничение, которое тоже касается бесплатных учетных записей, это размер хранилища под наш репозиторий. Так как я в своих видео в основном буду рассказывать за Node.js и React.js, то данный объем, данного объема хватит на довольно-таки
большое количество репозиториев. Потому что обычно проекты на Node.js занимают не столь много пространства, а при правильной настройке файлов исключений, то есть мы не будем передавать большие файлы в наш репозиторий, мы будем использовать только исходники, которые ну, по сути текстовые, с расширением .js там, и так далее, то они зачастую не занимают большого пространства. Плюс сам сервер Git на GitHub, он еще и сжимает данный репозиторий. То есть все исходники, они еще будут, так скажем, сжаты zip-архивом, образно. Вот, поэтому они в теории еще меньше места будут занимать, поэтому 500 мегабайт для начала, для своих первых проектов, для своего, так сказать, портфолио, это вполне чем достаточно. Так, ну, с дальнейшими ограничениями вы можете сами ознакомиться. Ну, у нас, в принципе, то, с чем мы можем столкнуться, это вот эти вот, по сути, только два параметра, которые нас ограничивает GitHub. Так, возвращаемся обратно на главную страницу. Я буду записывать именно в англоязычной версии GitHub. Вот, для того, чтобы можно было легче понимать, что здесь происходит. Так, следующий этап. Мы должны начать сам процесс регистрации. Нажимаем кнопку Sign Up. Как видим, здесь происходит небольшая такая анимация с началом регистрации. И первым делом, что у нас спрашивают, это наш почтовый ящик. Почтовый ящик вот в данном этапе вы можете использовать свой любой почтовый ящик на любом сервисе, у которых у вас там есть данный почтовый ящик. Вписать его здесь. На данный почтовый ящик будет приходить уведомление а письмо с подтверждением регистрации. Также с помощью данного почтового ящика мы будем входить в нашу учетную запись GitHub. И также с помощью данного почтового ящика можно будет в случае чего восстановить доступ к нашему репозиторию. На случай, если мы забудем пароль, вот, то с помощью данного почтового ящика мы сможем восстановить данный пароль и установить его новым. Вот. Так как я здесь буду показывать все с самого начала, поэтому я зарегистрирую почтовый ящик на Gmail, то есть на гугловском сервисе. Вот, gmail.com. При переходе на сайт gmail.com нас сразу предлагает зарегистрироваться. Вот, давайте тут тоже выберем английский язык. Английский United States. И нажмем Create Account. Он все равно хочет. Вот, наконец-то. Вы, в принципе, опять-таки, можете продолжать на своем языке, который вам более удобен. Можете выбрать тот язык, который у вас там используется по умолчанию. Вот. Ну, я продолжу на английском. Здесь нас просят ввести first name и last name. Это наше FIO, по сути. Поэтому я напишу здесь Виталий. И Виталий. Данная информация такая не столь важная. Вот. Поэтому можно здесь заполнить своими реальными данными, можно так же, как и я, то есть оставить только имя. Вот. И следующим этапом мы должны выбрать себе, сгенерировать название своей учетной записи. Я здесь немножко поэкспериментировал. Ага, поэкспериментировал и плохо. Давайте 2. Да, в принципе, подходит. Я просто подобрал то имя нашей учетной записи, которая еще не использовалась. Вы можете, опять-таки, сгенерировать ее любым удобным для вас способом. Вот, тут даже сам Gmail предлагает еще разные варианты. И придумаем пароль. Пароль должен быть сложным. Вот, проблема в том, что
о измененной политике безопасности. Google требует так, чтобы здесь, как он и пишет, что минимальная длина 8, должна содержать, пароль должен содержать цифры, буквы, символы и так далее. Вот, поэтому придумываем довольно-таки сложный пароль и как бы советовать записать его где-то, это, конечно, плохая идея, но если вы придумали довольно-таки сложный пароль, то вы можете, в принципе, его где-то себе сохранить в безопасном месте и потом его использовать. Вот. Также мы, ну, как обычно вводим пароль, подтверждаем этот точно так же пароль и нажимаем следующий, ну, переходим к следующему этапу. Данный этап, данный шаг при создании учетной записи нас просит ввести номер телефона и резервный почтовый ящик. Я вам рекомендую все-таки, если вы точно так же, как и я, будете создавать новый аккаунт, то я скопирую сразу же, то ввести данную информацию реальную. Дело в том, что вот эти как бы номер телефона и резервный почтовый ящик вам также помогут в будущем восстановить пароль, то есть восстановить доступ к своему почтовому ящику в случае, если вы забудете пароль там или еще, ну, то есть возникнут какие-то трудности, вот, то можно будет с помощью данной информации восстановить доступ к нашему почтовому ящику. Ну, я эту информацию сейчас на текущий момент заполнять не буду, так как у меня, по сути, это тестовый аккаунт, я им, в принципе, больше пользоваться не буду. Вот. А также вводим, ну, по желанию, опять-таки, свой день рождения. Ну, и не то чтобы по желанию, если вы укажете какой-то маленький возраст, то Google может вас ограничить какой-то доступ к какой-то определенной информации. То есть может быть недоступно там, образно какие-то специфические функции почтового ящика, вот, связанные с тем, что если возраст меньше 18 лет, то для Google это считается как бы несовершеннолетним или там меньше 16 лет. Вот, то с этим могут быть связаны определенные разные ограничения. Ну, лучше, конечно, указать здесь реальную дату и год рождения. Ну, можете указать пол. Тут есть разные варианты. Ну, как бы разные варианты, вы выбираете свой и к следующему этапу. Здесь мы как бы подтверждаем политику конфиденциальности, какие данные Google будет использовать, какие, ну, то есть то, о чем Google будет о нас знать и что он может передать другим сторонним сервисам. Я на этом тут останавливаться пока не буду. Опять-таки, тестовый аккаунт, как бы он сегодня есть, завтра его уже не будет. Так, подтверждаем. Вот, и как видим, у нас начинается, ну, началось все с приветствия. Так, я не буду сохранять пароли. Начинается с экрана приветствия. Мы вошли в свой почтовый ящик. Здесь у нас есть определенный ряд инструментов для работы. Заходим, нажимаем на свою иконку учетной записи, копируем почтовый ящик, то есть выделяем и копируем. Вот. И он как раз нам нужен сейчас будет для GitHub. Не закрывая сам почтовый ящик, переходим обратно на GitHub и вводим наш почтовый ящик. Enter email. Вот. Нажимаем продолжить. Опять-таки нас тут просят сгенерировать пароль. Нужно использовать разные пароли для почтового ящика и для GitHub. Просто из соображений безопасности, чтобы если ваш пароль стал кому-то известен, то, по крайней мере, не от всех учетных записей, которые у вас там есть, не от всех сервисов. Вот. Тут генерируем свое имя. Имя – это то, как будет отображаться ваша учетная запись на самом GitHub.
Я здесь особо придумывать ничего не буду, поэтому просто воспользуюсь как бы частью от почтового ящика, который он мне не дает использовать. Вот, без точек. Без точек он дает использовать. Все замечательно. Так можно? Да, так недоступен. Ладно. Нажимаем продолжить. Да, кстати, там подсказки не было особо, но некоторые символы нельзя использовать. В данном случае, как у меня, нельзя было использовать точки в названии учетной записи, поэтому такое. Так, здесь мы подтверждаем, либо ну, подтверждаем получение как бы рассылки от самого GitHub. В данном случае меня это не интересует, поэтому я здесь пишу N. Если вас интересует рассылка от GitHub, о его предложениях и развития самого проекта, вы здесь можете написать букву Y, ну и тем самым подтвердить рассылку. Так, ну, продолжаем далее. Тут нас просят пройти небольшую верификацию, что мы как не какой-то там специализированная программа, которая создает там аккаунты, а мы как пользователь GitHub. Здесь у нас, я в принципе второй раз уже как бы перед видео я пробовал регистрироваться. Просят у нас выбрать спиральную галактику. Спиральная галактика это вот такая вот штука, которая с завитушками. В принципе два раза просят ее выбрать. Так. И после правильного выбора как бы правильного ответа на вопросы, нам доступна теперь кнопка создания аккаунта. Нажимаем создать. И как видим здесь так, пароли. Здесь просит ввести специальный код, который пришел на наш почтовый ящик. Переключаемся обратно на почтовый ящик и видим, что нам пришло письмо от GitHub. Опять-таки, если вы его здесь не видите, то вы можете проверить папку со спамом. Возможно, он туда мог попасть, поэтому это, то есть нужно проклацать по всем категориям и посмотреть, будет ли где-либо из них письмо от GitHub. Если просто так, как здесь во входящих не появилось. Заходим в это письмо и копируем вот эти все цифры. Это наш код подтверждения о верности, то, что у нас существует данный почтовый ящик, что мы его не от фонаря придумали, вот, а именно существующий. Здесь мы можем, во-первых, ну, как бы все пропустить. Ну, по сути, здесь два этапа всего лишь, или, по-моему, три, поэтому тут больше вопрос, как мы будем использовать наш репозиторий. Вот, я буду его использовать чисто для себя. Нажимаем продолжить. Никакие сервисы я выбирать не буду, потому что с этим связан еще ряд неудобств, но чисто для себя, для разработки именно на React Node.js, то есть они мне никакой из них не нужен. Вот, в принципе, продолжить, и нас переключают опять на подтверждение, ну, на уведомление о том, какой мы план тарифный будем использовать, то есть либо платный, либо бесплатный. Ну и опять показывают нам о ряде ограничений. Вот, поэтому мы будем использовать бесплатный и продолжить. Да, тут у нас красивая заставка. И нас переключает на панель управления, то есть так званый дашборд, в котором отображается всякая наша статистика. Тут у нас будет отображаться еще наши репозитории, которые мы будем создавать. Вот. Ну и мы сразу же начнем, приступим к самому главному. Мы создадим свои репозитории. Create репозиторий. Здесь опять такой небольшой поэтапный инструмент, который нам позволяет создать, что мы конкретно хотим, как мы хотим назвать наш первый репозиторий и внести в него небольшие настройки. Вот. Мы создадим first repo. Я его так назову. Здесь имя репозитория это уникальное только по вашим репозиториям, то есть, как видим, на оунера. Что это имеется в виду? Что у вас в вашей учетной записи не может быть одинаковых там, двух одинаково названных двух репозиториев.
Поэтому, если у вас там был First Repo, то вы выбираете другое произвольное себе имя, опять-таки для репозитория, и как бы добиваемся состояния, что имя можно использовать. Описание мы можем добавлять для репозиториев, можем не добавлять, но из правил оформления все-таки репозиториев не лишним будет это само описание, поэтому я его назову, ну, я его подпишу таким образом, чтобы я, кроме самого имени, еще и понимал, для чего это конкретно было создано. И здесь как раз то, о чем мы говорили в самом начале, может быть общедоступный, может быть приватный. Я в данном случае буду создавать общедоступный, выбираю здесь паблик, он тут выбран по умолчанию точкой. Вот. И следующие этапы это, так сказать, наша инициализация самого репозитория. То есть мы можем оставить его как есть, он будет полностью пустым, а можем добавить к нему сразу же файлик, так называемый readme.md. Это визуальное отображение красивое визуальное отображение о самом нашем репозитории. Также в этом файле другие разработчики на GitHub обычно помещают еще и примеры использования вашего кода, описывают, зачем он нужен. Вот, мы к этому тоже, у меня будет отдельное видео, как можно его модифицировать, что для этого нужно. Вот, это тоже будет. Ну, давайте мы его здесь добавим. Вот, и следующим этапом у нас спрашивает по поводу нашей первой ветки. То есть, ну, мы оставляем git.ignore, данную секцию. Git.ignore это как файлы исключений. Мы гитхабовские вот эти темплейты, ну, шаблоны использовать не будем, потому что они такие узконаправленные и рассчитаны только под один какой-то параметр. Вот. Он, как по мне, он им неудобно пользоваться. Я расскажу в отдельном видео, как можно сгенерировать данные Git.ignore, и это будет отдельной темой. Также можем выбрать лицензию, если наша библиотека или наш проект использует какие-то дополнительные библиотеки, которые имеют лицензирование, то мы также должны здесь продублировать данную лицензию, чтобы другие пользователи GitHub тоже понимали, что данный проект использует определенный тип лицензии. Ну, в данном случае я оставляю их незаполненными, оставляю, и здесь нам говорит о том, что наша первая основная ветка наша будет называться main. В принципе, так ее можно и оставить. Можно также здесь на сеттинг переключиться. И откроются настройки. И обычно это я здесь пишу мастер. Мне так более привычно. Мастер. Мне так более привычно. Дело в том, что если создавать свой локальный репозиторий, то есть без какого-то сервера удаленного, то изначально там ветка, наша первая ветка называется мастер. Также ее можно здесь назвать произвольно. Ну, мы опять-таки до этого дойдем. Посмотрим, что здесь не так. И по всей видимости нам нужно будет обновить страницу после изменений. Так, first repo. Нет. Добавляем. Да, вот теперь настройки применились, и мы видим, что наша ветка по умолчанию будет называться мастер. Вот, все замечательно. Ну, то есть заполним еще раз повторно. Тут как бы никаких особо настроек больших мы не вводили, но есть такое небольшое неудобство. И создаем репозиторий. Опять-таки, вот эта вот настройка по поводу мастера, она создается только один раз, указывается. Так, ну, на этом наш первый репозиторий на GitHub успешно создан. У него здесь есть определенный перечень инструментов, которые он позволяет на панели управления этим репозиторием сделать. Здесь есть проблемы, которые можно создавать на наш репозиторий. И разный ряд функций. Мы по мере сталкивания с данным функционалом я буду записывать отдельное видео и рассказывать, как это работает.
Ну, в данном случае нас интересует только сам репозиторий. И как видим здесь, из-за того, что мы добавили файлик readme.md, это описание, то есть как видим здесь ниже секция, она его отображает. Вот. Мы также можем здесь открыть этот файл, то есть кликнув на само название файла, и увидеть его как бы состояние и историю изменений. Также и здесь есть карандаш, и мы в принципе даже здесь можем вносить какие-то определенные изменения в наш файл и тем самым создавать еще и изменения, то есть ну, как бы менять историю изменений данного файла. Так, ну здесь нас больше интересует от самого GitHub зеленая кнопка код, и здесь есть секция клон. Клон – это секция, которая нам предоставляет возможность у себя его локально подключиться, ну, то есть с нашего компьютера подключиться к данному репозиторию и начать вносить наши первые изменения в данный репозиторий. Вот. Поэтому мы здесь видим адрес, то есть как он начинается с GitHub, потом наша учетная запись и название нашего репозитория. И в конце там GitHub. Это и есть ссылка на наш репозиторий. Мы ее просто копируем данной кнопкой или просто выделяем полностью все и правой клавишей копировать. В принципе, пока на этом мы здесь можем закончить. У нас никаких больше изменений здесь не будет. Мы в последующем будем зайдем сюда снова, чтобы увидеть, как изменяется, ну, что происходит с нашим репозиторием, когда мы будем что-то вносить локально. Следующим этапом нам необходима студия. Ну, я ее использую Visual Studio Code. Вот, для того, чтобы разрабатывать проекты на Node.js. Вот. И что здесь нам нужно? Во-первых, нам нужно выбрать первоначально папку. Я стараюсь для работы выделить отдельную папку, обычно я ее называю Work, в которой будут все мои репозитории, ну, все мои проекты и, соответственно, все мои репозитории, с которыми я буду работать. Вот. Для того, чтобы организовать свое, ну, как бы свое рабочее пространство и не разбрасывать все свои проекты по всему компьютеру, чтобы потом их не искать. Вот. Поэтому у меня здесь на диске D есть, ну, YouTube Stream и папка Work. В папке Work, ну, я захожу просто в папку Work, вот, и выбираю ее, select folder. Ну, здесь у меня есть небольшие файлы. Давайте я их удалю, чтобы они не мешали. Вот, все. То есть у вас изначально, в принципе, будет где-то такое же. Опять-таки, вот эти файлы удалять, если у вас там есть какие-то проекты или какие-то файлы, вам их не обязательно удалять. Я здесь просто показываю, как изначально, чтобы было... как новая папка, чистая, без каких-либо изменений. Если вы укажете свою папку со своими проектами, ничего страшного здесь не будет. Дело в том, что команда, которая вот это вот клонирование репозитория, она создает в папке Work еще свою папку с названием самого репозитория, который мы будем клонировать. Вот. И сейчас мы это увидим. Как видим, здесь есть команда toggle terminal. То есть переключить терминал, включить либо выключить визуально, либо нажать терминал, new терминал. Вот. Открывается терминал, в зависимости от операционной системы у вас приглашение данное может отличаться. Вот. Так как я использую Windows, то у меня здесь PowerShell как терминальный редактор. Вот. И мы начинаем со строчки приветствия указывает путь, который мы выбрали. И здесь пишем git clone, первую нашу команду. Ну и в принципе это единственные команды, которые мы будем использовать для работы с контролем версии, с репозиторием и вообще, ну, с GitHub, которые мы будем писать в терминале. Все остальное я склоняюсь к визуальным инструментам и покажу, какие инструменты я... Ну, как этими инструментами пользоваться. Вот. И в данном случае мы пишем git clone через пробел.
И вставляем здесь ссылку на наш репозиторий из GitHub. Вот. Вставка здесь происходит в Windows, в PowerShell, правой кликом мыши, то есть весь скопированный текст, который был помещен в буфер обмена, он тем самым вставляется в это место. Ну и мы нажимаем Enter. Как видим, у нас все быстренько произошло. Так, ну и у нас произошло клонирование. Успешное клонирование опять нас. Во-первых, здесь в консоли в случае ошибки будут написаны красным. Но зачастую при простом вот этом копировании вы можете столкнуться только при клонировании, столкнуться с ошибкой отсутствия самого гита. Я где-то здесь размещу подсказку на установку инструментов. И там в этом видео я показывал, что, ну, как оно отображается, какая ошибка происходит, если у вас какой-то функционал недоступен, и что для этого нужно сделать. Вот. Ну, в данном случае у нас все успешно завершилось. И также успехом является появление нашей папки. Как видим, First Repo, точно так же, как мы называли наш репозиторий, создалась папка. Чтобы начать работать с нашей папкой, конкретно с нашим, ну, с нашим репозиторием, с нашим проектом, мы снова выбираем файл, Open Folder, выбираем Work и First Repo. То есть заходим в нашу, как бы в наш, в папку нашего репозитория. Нажимаем Select. Вот, и переоткрылась студия, то есть Visual Studio перезапустился, по сути, и открыл нам наш репозиторий. И как видим, нас тут тоже встречает readme.md файлик, который был и в самом репозитории, то есть то, что мы видели на самом сайте GitHub. Вот. Что нам дает, ну, как бы этот файл? Что нам теперь можно делать? Теперь мы можем вносить какого-то разного рода изменения. То есть давайте добавим что-нибудь и напишем first commit. И сохраним. Сохраним изменения и видим, что теперь от предыдущего состояния у нас Visual Studio из-за подключенного репозитория теперь еще добавляются определенные разные пометки. Во-первых, там файл выделяется таким желтоватым цветом и появляется еще буковка M, говорящая о том, что данный файл изменился. И до всего еще до кучи у нас есть еще вот такая вот линия появляется сбоку, которая говорит о том, какие изменения были внесены от предыдущего состояния репозитория. То есть, если мы выбираем, то эти линии пропадают. Что нам это дает? Сам репозиторий и сам контроль версии позволяют нам использовать возможность хранить состояние наших файлов. Файлы хранятся как бы вообще байт в байт. И как бы символ в символ. И все изменения, которые происходят, данная утилита, как даже не знаю, утилита, инструмент, как GitHub, как Git, даже не как GitHub, а как Git, он нам позволяет отслеживать и вносить, либо, во-первых, вносить, во-вторых, отслеживать то, что мы внесли, какие изменения в данные файлы, и что добавилось, а что убралось. Вот. Ну и как зеленая говорит о том, что добавилось. И чтобы увидеть, что происходило с данным файлом, есть у Visual Studio Code отдельная секция, называется Source Control. Вот. И здесь, по сути, левая часть поделена на две таких основные, на две основные зоны. Это там, где мы вводим, сообщение, краткое сообщение о том, что мы внесли, какие правки мы внесли. А нижняя часть говорит о том, какие файлы были изменены. Для файлов существует ряд инструментов. То есть, когда он не выбран, давайте закроем. Когда файл не выбран, то мы здесь видим что-то по аналогии как с Explorer. Вот, один в один тоже есть здесь дерево, которая начинается с Changes. Changes – это секция, в которой показываются все изменения, которые произошли с момента последнего сохраненного состояния
в нашем репозитории. То есть в данном случае был изменен файл, и если мы на него здесь кликнем, у нас открывается так называемый Merge Tool, утилита для просмотра изменений именно по файлу. И как видим, что при открытии окно делится на две части. В левой части это то, как файл был, ну, с каким содержимым файл был до изменений, а в правой это какие изменения были внесены. Вот. Ну и как видим, что здесь плюсик и зеленый, это говорит о том, что данные элементы были вставлены. А заштрихованная частью в левой стороне говорит о том, куда они были добавлены. И, как видим, здесь нумерация разная. То есть первая, вторая, третья. То есть изначально у нас было только три строки, а по факту стало шесть. Вот. Чтобы сохранить наши изменения и отправить на наш GitHub, есть такая кнопочка. Здесь есть плюсик. Это Stage Change. То есть сохранить состояние наших изменений. Кроме данной кнопочки, здесь есть еще возможность отмены изменений. Давайте я это скопирую сейчас быстренько. Когда мы нажимаем на нее, то есть мы, вот, допустим, посмотрели на эти все изменения и считаем, что эти изменения мы не хотим отправлять, и они ни к чему хорошему не приводят там в проекте, или, допустим, излишние, или нет в них необходимости в какой-то в момент разработки стало. Поэтому мы можем данный файл вообще полностью отменить все изменения. Вот для этого служит кнопочка Discard Changes. Вот, по нажатию на нее Visual Studio нас спрашивает, точно ли мы хотим отменить все изменения. Дело в том, что вернуть их обратно не получится, и все вот эти вот изменения от предыдущего состояния файла нужно будет вносить вручную. Ну, в данном случае мы подтверждаем, что мы отменяем. Как видим, в Merge Tool все поменялось. Теперь левая и правая стороны одинаковые, и у нас нету файла, который отображался раньше в Source Control. Дело в том, что здесь отображаются только те файлы, которые были изменены, в которые были внесены изменения. Соответственно, если изменений нету, то и здесь ничего не отображается. Давайте вернем нашу строчку, сохраним файл, закроем наш Merge Tool. Обратно зайдем в контроль версии, и опять-таки наш файл вернулся. Вот. И следующий элемент, который здесь на файле есть, это его, как бы, возможность его открыть. Открывается он на редактирование, просто как файл. Дело в том, что со временем ваш проект может разрастаться, файлов может быть много, плюс на это накладывается, как бы, такая разметка, то есть мы будем располагать наш код в разных подпапках смысловых. Вот. И чтобы его не искать, мы можем прямо отсюда его открыть и начать вносить тут какие-то изменения или там правки или отмены. Ну, то есть как в данном случае, что мы можем там убрать вот эту строку образно. Вот. И тем самым опять сохранив, и у нас здесь обновится состояние того, что мы вносили. Так, ну и давайте начнем с нашего первого коммита. Сохраним состояние файла. Как видим, добавилась теперь еще одна секция Stages Changes. Говорит о том, что это сохраненное состояние. Вот. Также, смотрите, здесь есть возможность продолжать вносить изменения. Сделано это как бы как удобство. То есть в момент разработки или решения какой-то задачи у вас может возникнуть такой промежуток, что вот у вас какая-то часть функционала работает уже, и вы бы хотели ее сохранить, то есть запомнить, чтобы в случае чего обратно вернуться к нему, но при этом не хотите отправлять его в репозиторий, так как сама работа над этой задачей еще не завершена. Вот, мы можем также просто сохранить изменения. И вот это так называемое локальное состояние файла, которая не находится на удаленном репозитории. То есть никто, кроме вас, ну, кроме как на вашем компьютере, эти изменения никто не увидит. Также мы можем продолжить вносить изменения. И вношение изменений приводит new line, пишем, приводит к модификации, к
к самому изменению самого файла. И видим, что теперь наш файл и отображается и в первой секции, и во второй. То есть и в сохраненных изменениях, и просто в изменениях. И если мы здесь нажмем на Changes, как обычно, откроем Merge Tool, и мы увидим уже немножко другую картину, что теперь мы видим, что в левой части отображается то, что мы вносили немного ранее. А в правой только наша новая строка. Дело в том, что данное состояние сверяется с самым последним доступным состоянием файла. В данном случае последнее доступное состояние файла находится у нас в сохраненном состоянии, в локальном. И если мы на него тоже нажмем, тоже открывается Merge Tool, и здесь отображаются наши предыдущие изменения. Но как бы они локальные. Вот. Что нам это дает? Мы можем данные изменения точно так же отменять, точно так же, опять-таки, сохранять. То есть производить с ними какие-то операции. И в момент решения наших задач мы как бы немножко начали экспериментировать и решать определенную задачу каким-то более другими способами. И, допустим, наш этот подход привел к определенному ряду ошибок, и мы поняли, что наше направление в решении данной задачи ошибочное, и мы хотим вернуться к предыдущему состоянию, в котором у нас все работало, да? То мы просто заходим и в секции Changes отменяем изменения, Discard Change, и возвращаемся к тому состоянию, которое у нас было локальное. И как видим, что у нас файл теперь только без новой линии. Давайте добавим теперь new line. Сохраним. И следующим как бы моментом, когда мы все-таки внесли опять-таки правки, и эти правки теперь были правильными, и мы улучшили работу нашего проекта, соответственно, мы можем обратно сохранить состояние. При сохранении состояния текущее локальное наше состояние, вот эти state change, которые не были отправлены в сам репозиторий на сервер GitHub, они будут как бы не затираться, а накладываться сверху. И тем самым, когда мы нажмем на плюсик, у нас как бы особо сильно никаких изменений не произойдет, но при этом состояние файла, которое сохраненное, у нас будет уже содержать дополнительные новые правки. Вот, это такие небольшие удобства. Следующим этапом мы сделаем наш первый коммит, то есть именно и отправим его на репозиторий. То есть после того, как мы сохранили состояние файлов, то есть сделали так называемый stage для файлов, которые в нашем проекте, мы можем добавить комментарий. Я обычно пишу кратко, и нужно как бы здесь кратко писать. Мы должны вкратце описать, что мы сделали. Ну, я тут напишу new line into readme.md. То есть я описал, что добавлены новые линии в файлик readme.md. Вот. И если мы, допустим, там решаем какую-то определенную задачу, то мы там описываем, что мы реализовали там определенный там функционал. Функционал там такой-то, такой-то. Вот. Эти сообщения нужны для того, чтобы понимать, как бы изменений у файлов будет много. И для того, чтобы понимать, за что отвечают все эти изменения, и чтобы потом можно было к ним возвращаться, там и их анализировать, мы это посмотрим чуть позже, то вот эти вот все названия, вот эти все сообщения, они нам помогут в этом. И мы будем видеть красивую историю изменения по нашему проекту. Так, и нажимаем нашу галочку. Но перед нажатием на галочку нужно все-таки еще внести определенные изменения. Мы должны зайти в файл, параметры, настройки и настроить саму Visual Studio на небольшие автоматические действия, связанные с контролем версии. Вот. Это чисто удобство для того, чтобы можно было как бы сократить наше количество действий. Вы можете для себя это как бы не настраивать. Я настраиваю обычно для себя два вот этих основных параметра. Это находятся они в extension git. Это autofetch. Нужно установить его в true. И autostash.
Я чуть дальше расскажу за вторую опцию, а первая нам говорит о том, что мы по вот этой вот галочке после создания коммита автоматически отправим данные изменения на сервер репозиториев. В противном случае мы, если эта опция не установлена, мы создаем коммит. Коммит будет находиться у нас локально на компьютере и не будет отправлен в репозиторий. И нужно будет для этого нажать здесь на три точки, выбрать pull push или просто выбрать из данных секций push. Ну, то есть они здесь немножко по разный функционал имеют, поэтому можете там, можете здесь. Вот. И тем самым командой push отправить изменения на сервер репозиториев. Ну и также здесь есть команда еще pull, которая принимает все изменения. Вот. Ну, нас больше сейчас интересует самый простой путь. То есть по мере, опять-таки, своего изучения работы с проектами и работы с репозиториями, вы поймете, ну, как вы выделите для себя определенный порядок действий, вот, и вы себе уже будете отдельно настраивать всякие разные параметры самого репозитория. Вот. Ну, данное видео более для начинающих, поэтому мы здесь более автоматизированно это все будем делать. Так, ну и нажимаем на галочку. Первым нас встречает вот такое вот сообщение. То есть у нас нету настроенного имени пользователя и email пользователя. Что это такое? Дело в том, что каждый коммит, который мы делаем, который мы отправляем, там указывается автор, кто эти изменения сделал. Вот. Настраиваются они с помощью расширения GitGraph. Ну, я их здесь настраиваю, чтобы не переключаться. GitGraph у нас выглядит таким образом, мы еще к нему вернемся. Вот, и нам нужно настроить нашу учетную запись. Настроить учетную запись для данного репозитория. Нажимаем здесь на шестереночку, и у нас появляется вот такое вот окно с настройками репозиториев. В принципе, из всех них нам необходимо только User Details. И в данном случае здесь необходимо добавить add User Details. Указываем здесь имя. Имя я скопирую из нашего GitHub. Вот оно. Копировать. И я его здесь укажу. Вот. И нужно указать еще и почтовый ящик. Почтовый ящик у нас находится здесь. То же самое мы его указываем. Просто для того, чтобы в нашей истории там не фигурировали другие, как бы другие пользователи, ну, как другие наши учетные записи. Вот. И снимаем галочку с Use Global. Ну, Use Global. Эта галочка касается того, что мы настраиваем вот эти данные не для этого репозитория, а вообще глобально. То есть во все репозитории, в которые мы будем вносить изменения, будут прописаны вот эти вот учетные данные. Нам этого не нужно, поэтому мы снимаем здесь галочку. И нажимаем на кнопку Set User Details. Вот, как видим, у нас теперь здесь поменялась секция. Можем теперь закрыть и снова нажать на данную галочку, на сделать коммит. Вот. Создается состояние. Как видим, здесь немножко перемещается. Вот. И здесь будем. И здесь сразу же выскакивает сообщение об авторизации на самом GitHub. Вот. Так как у меня используется. Как я. Пойду по сложному пути. Дело в том, что у меня есть просто два браузера, в котором мой основной и в котором я сейчас регистрировался, GitHub. Вот. И я буду использовать более сложный путь. Для вас будет проще нажать просто на Sync in with your browser. Откроет браузер, в котором вы регистрировались. Ну, ваш браузер по умолчанию. Вы введете свои учетные данные для GitHub. И автоматически войдете. Но так как у меня здесь в моем основном браузере у меня другая учетная запись от GitHub, вот, поэтому я нажимаю на войти с помощью кода.
Сейчас у нас появляется следующее окошко. Вот она. Двухфакторная авторизация говорит о том, что нам необходимо, куда нам необходимо перейти для того, чтобы подтвердить данный компьютер, что он будет использовать данную учетную запись от этого GitHub. Делается это по вот этой вот ссылке. Вот github.com login device. Я ее буду вводить вручную. github.com login device. Вот. И при переходе на данную ссылку он нас просит ввести, что здесь на этой картинке, то, что у нас отобразилось ранее. У нас это FF10 1F58. И нажимаем продолжить. Здесь происходит авторизация. Он говорит о том, что будет создана специальная связка ключей, которая будет нам как бы предоставлять возможности доступ к репозиториям. И нажимаем на авторизацию, на зеленую кнопку авторизации. Тут, кстати, да, также пишет то, с какого это, откуда это делается. Ну, такая сугубая информация. Нам она никакой полезности не несет. И говорит о том, что поздравляем, все замечательно. И данное окно скрылось. Вот. Данное окно о авторизации скрылось, и наш коммит отправился. Отправился он, мы можем понять это по тому, где мы находимся. Самый наш последний коммит в истории отображается таким жирным шрифтом. И ветка, в которой мы находимся, тоже отображается жирным. А рядышком приписка Original говорит о том, что наш вот этот коммит находится и у нас на компьютере, и в репозитории, на сервере GitHub. Вот. Давайте еще сделаем небольшие изменения в файл. Так, это мы закроем. Еще небольшие изменения. Там еще new line добавим. Давайте тут new line. И сделаем еще один commit. Add new line. Просто. Нажмем на плюсик. Тем самым сохранив состояние. Как видим, здесь уже все по-другому немножко находится. То есть, еще также можно доставать из состояния. Тут кнопочка минус, я за это не сказал. То есть мы можем вернуть обратно в редактирование. Вот, и как видим, здесь как бы, мы можем перемещать из состояния в состояние и наоборот. Вот, и опять на галочку нажмем. Как видим, наш процесс точно такой же. Вот, и наш коммит второй отправился обратно на сервер GitHub. Вот. Также, чем удобен нам контроль версий. Давайте я разделю экран, чтобы мы видели и... Немножко не так. Я разделю экран, чтобы мы видели и файл. Да, надо его открыть. Надо его открыть. Вот таким вот образом. И поменять их местами. Не, поменять местами тогда не будем. Вот. Сейчас я эту штуку чуть поменьше сделаю. И побольше сам. Что нам позволяет вообще такой инструмент, как контроль версий? Он нам позволяет перемещаться между нашими коммитами, между нашими состояниями этих всех файлов. И первое, что мы можем сделать, это, допустим, от текущего момента, то есть, допустим, текущее состояние у нас работает с ошибкой, а нам заказчик, допустим, наш говорит, что раньше работало все лучше, и все было замечательно. Мы можем вернуться к определенному состоянию и проверить, является ли это так. То есть, внесли ли наши изменения так называемую деградацию в наш проект. То есть мы сделали только хуже. Вот. Для этого мы выбираем интересующее нас состояние. Вот эти все сообщения, которые мы писали, это как раз наше состояние изменений по проекту. Мы выбираем их правой клавишей на мышке и выбираем checkout.
Чекаут это говорит о том, что нужно перейти на вот это вот состояние и восстановить наш каталог проекта на вот это вот состояние. Там я еще покажу, в данном состоянии отображаются только изменения, но по факту хранится в этом состоянии полностью весь, ну, как бы все состояние нашего каталога, и все будет отменяться. То есть удаленные файлы, если, ну, допустим, он здесь в этом коммите мы создали файл, а в этом коммите мы удалили файл, то при переключении на вот этот коммит данный файл будет восстановлен. Все имена, названия файлов, названия директорий, все это будет восстановлено. Вот это довольно-таки удобно. Давайте сделаем чекаут. Тут соглашаемся о том, что мы, да, мы хотим перейти на данный чекаут. Чекаут ли? Да, чекаут. Да, подтверждаем и перемещаемся. Как видим, здесь появилась точка, вот со знаком тут при наведении, говорящая о том, на каком состоянии мы теперь находимся. И как видим, что теперь ветка названия мастер нежирным отображается, и не название вот этого последнего сообщения последнего коммита тоже нежирным, а теперь у нас отображается и initial commit жирным, то где мы сейчас находимся. И точка нам тоже это подсказывает, где мы сейчас находимся. Что у нас изменилось? У нас изменился файл readme и вернулся на то самое первое состояние, которое у нас было после создания репозитория. Вот. Мы можем убедиться запустить наш проект и убедиться, правду ли говорит наш заказчик, что раньше все работало лучше, по-другому там или еще что-то. И после этого, проанализировав все изменения, мы можем вернуть это состояние. Чтобы вернуть состояние, мы выбираем ветку нашу мастер и на ней правой клавишей выбираем Checkout Branch. Checkout Branch возвращает наше состояние проекта на самое последнее. Именно на состояние ну, ветки, которую мы выбрали. В данном случае это мастер. Ну и как видим, наш файл обратно вернулся со всеми изменениями. И тем самым мы можем так переключаться между разными состояниями и смотреть, что в них там где происходит. Вот, что в принципе очень удобно и функционально. Также сам инструмент HitGraph, кроме переключений, еще позволяет увидеть изменения. Увидеть изменения каким образом? Мы кликаем на интересующее нас сообщение коммита, и здесь открывается такая информация о том, показывает уникальный идентификатор коммита. Это как бы он не повторяется и всегда и будет являться уникальным. Второй параметр говорит о том, с каким уникальным коммитом он связан, то есть кто стоит перед ним. То есть, если мы сюда перейдем, мы увидим, что здесь вот такие цифры, и здесь точно такие же. И мы можем тем самым, кликнув на эту ссылку, перейти прямо конкретно к нему. Ну, это удобство изменений, потому что у нас будут при развитии появится множество веток, множество изменений, и разные коммиты будут друг с другом там, определенным образом связаны. Также следующий момент – это время, когда это было создано, и автор, кто эти изменения отправил. Ну, в данном случае он тут дублируется. Также отображается расширенное сообщение. То есть, если этот месседж, который при коммите, он многострочный, то здесь будет отображаться. И в правой части у нас отображаются те изменения, которые происходили. В данном случае мы видим, что изменялся readme.md, и показывает зеленым внесение изменений, а красным это удаление строк. И давайте мы сейчас в нашем файле удалим наши строки. Давайте вот этот удалим. Сохраним и сделаем commit тоже. И тем самым тоже нажмем на галочку и отправим их на наш репозиторий GitHub. Вот, закроем файл, увидим, что у нас теперь еще один коммит добавился, и нажмем на него.
Как видим, здесь теперь отображается красненьким, говорящий о том, что эти строки были удалены. Также я вам не показал, но всегда в любой момент можно вызвать наш Merge Tool, который нам покажет, какие изменения тут вносились. То есть, когда мы развернули интересующий нас commit, мы можем здесь нажать на данный файл и увидеть в левой части теперь красное то, что было удалено, а вправо это то, что как оно стало. Вот так, как оно отображается. Вот это именно как на этом, в принципе, и все. Все остальные дальнейшие развития по данной теме будут опять в виде отдельных видео. Вот, и считаю, что, в принципе, для начала работы и для создания своего первого коммита, думаю, данного видео будет достаточно. Также пишите в комментариях, что бы вы хотели еще узнать по поводу работы с репозиторием. Что можно делать в GitHub. Также смотрите, мы можем вернуться обратно в наш GitHub и обновить нашу страничку. И как видим, тут тоже есть 4 коммита. Мы можем нажать на него и увидеть все наши изменения, которые вносились. Тут также можно нажать на сообщение коммита и увидеть те же самые изменения. Но это, так сказать, тема отдельного видео по работе с инструментами самого GitHub. Вот. Ну и вот такой вот минимальный набор тех действий, которые необходимо сделать для того, чтобы начать работу и отправлять наши изменения на сервер GitHub, переключаться, отменять состояние, видеть изменения, что мы вносили, что мы не вносили и так далее. Вот. Ну, на этом все. Всем спасибо. Если вам данное видео помогло, то вы можете нажать на лайк. Если, опять-таки, если вам не нравится данное видео или что-то здесь произошло не так, можете нажать дизлайк.